менее 100 метров осталось идти до этого болота. Патроны я экономлю, потому что если они вооружены, то нам тоже придется стрелять здесь. Так, главное, чтобы они еще не умели спрыгивать. Город призраков некий. Вот эта локация называется. Так, залезть вот по этому дереву. Вообще можно залезть? Да. Глядите-ка. Через это, конечно, дело-то не хочется проходить. Так, ну по крышам-то я думаю, что мы как раз с целости и сохранности пройдем. Да? Ну. Тихо, 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 тихо. Так. Надеюсь, они по лестницам не умеют залазить, да? Как они тут заберутся-то? Вот где-то здесь был. Что-то прям странные вот эти звуки. Я, ей-богу, очень боюсь вот того, что они сейчас откуда-то побегут. Так. О, смотрите, зато здесь баллон. Ну-ка, давайте-ка сейчас мы в них как раз это... Вот сюда. Класс. Ха! Неплохо. Один патрончик, правда, я использовал. Ну и фиг с ним. Так, вон этот блевун чертов. Кстати, с него нормально там снялось. Так, здесь, конечно, колонн, потому что оружие позволяет держать дистанцию. Так, а можно вообще, наверное, с ним не связываться, я так думаю. Так, хотя вот смотрите, тут еще зомбарчик есть один, да? Так, как там сейчас обойти-то его можно? Фак. Да блин. О, оббегаем это все дело. Так, сейчас хочу посмотреть на карту, кстати. Так, с этого дома на этот как-то можно там перепрыгнуть? Нет, не получится. Так, а где-то они уже там рядом. Так, может быть... Нет, смотрите, здесь все перекрыто. А вот, кстати, что у нас здесь? Что тут у нас? 50 баксов. Не, фигня вообще полнейшая. Так, 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 так. Вот этот ящик мы, кстати, не открывали. На него сразу обратил внимание, но почему-то не стал его открывать. Так, ну чё? Вон она, этот... Это гнида идет. Конечно, можно ее попробовать завалить. Вот этого толстяка. И за это нам дадут очков. Ну, ладно, давайте попробуем. Где-то еще один зомбарь есть. Так, давайте. Ой. Не успел. Так, восстанавливаем выносливость. Много, кстати, потеряли здоровья на этом чуваке. Ну и приобрели опыт. А, кстати, почему с него не дают? Вот это вот интересно. Я думал, что денег хотя бы дадут немного, а тут нифига, глядите как. Кстати, куда-то один зомби пропал. Я точно помню, что он где-то один бегал. Так, вот черепа. Нифига, они еще черепа умеют складывать. Так, вот это, по-моему, закуска, то, что нам надо. Давайте-ка посмотрим. Фрукт. Ну, только один, к сожалению. Это полнейшая фигня. Дезодорант. Так, ну что здесь? Вроде правильно, вот сюда надо. Еще фруктик давайте, нет? Лучок. Катсценка. О май гад. А вот это что-то новенькое. Да. Чак Норрис зомби. Фак, как же с ним бороться-то? Может, обратно сюда на крышу забежим? Сейчас, 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 сейчас. Пистолетом сажу в него. Ну, где он там? А, он глядит, пройти сюда не может. Или может? Ну, вообще один? Твою мать. У меня кончились патроны. Фак. Так, где, 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 где бушмейстер наш? Давай иди сюда, тварюга. Давай, 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 без руки. Все, отлично. Вот это прикол. И 830 баксов потеряли на этой чертовой смерти. Да, здесь бы, конечно, патроны бы не помешали однозначно. Так, они почему-то на крышу меня сюда суют сейчас. Здесь бы, кстати, тоже баллон не помешал. Вот фрукты здесь были. Но фрукты очень мало, кстати, добавляют. Так, оружие покороче, конечно, нам надо. Потому что пока этим колоном размахнешься,
Ну что, давайте пробовать. Где он там? Эта тварь. Ну, здесь где-то. Вон он. Эй! Давай, беги. Вот и все. Там всего-то одного удара ему не хватало, по сути. Так что мне просто банально не повезло. Так, что здесь еще есть? Ух ты. Кожу снял. Как в этом фильме «Хищник», наверное. Так, вот это и есть болото, да? Так, дайте-ка фруктика. Жахну. Так, дома проверять, я думаю, пока не стоит. Нафиг нам это надо. Так, здесь... здесь как нам пройти? Там еще эти чуваки вроде отстреливаться собирались, да? Ага. Ух ты. Как я его хорошо заметил. Да я вообще на самом деле подумал, что трупак. Так, ну давайте, проходите. Парночка, давай, двигайся уже. Так, вот как-то сюда вот пробираемся. Ну это, кстати, не чертовы великаны. Действительно, вот с этим последним мини-боссом намного сложнее бороться. У него, во-первых, кости. Он при нанесении удара наносит больше урон. Так, что тут у нас будет? 50 баксов. Бедненькая девочка, бедненькая. Энергетический напиток, класс. Дохлая. Так. Фак. Вот это что такое, 317 метров у нас куда-то показывает, что-то непонятное. Принесите Мадутера два ящика с оружием. Ну блин, херня какая-то. Оружие-то мы принесем, но нам, наверное, до красного флажка надо сначала добежать. Так, давайте смотреть, что-то я прям бегу и никуда не смотрю по сторонам. Так. Вон машины. Но там же какой-то рев. Чертов. Машину, наверное, я в итоге смогу сесть. Так. Надеюсь. Хорошо. И что сейчас на эту... на этот переход мы забежать-то сможем, я думаю. Так. Два ящика с оружием. Просто хочу сюда сейчас пройти, посмотреть. Что тут такое? Никаких засад здесь нет? Нет. Так, ну что, бежим до машины. Опа. Сейчас, тут есть энергетические напитки. Класс. Заглянуть не помешает. Пояс. Неужели машину вести можно? А, нет, тут дохлый чувак, да? Так, вот там один стоит, но его надо загасить, я понимаю. А это... Он зомби курит, да, что ли? Слышали? Кто-то идет? Куда? Там кто-то есть. Да никого там нет. О, кстати, пистолет был. О, теперь патроны взяли. Класс, перестрелка началась, наконец-то. А, какой-нибудь экшен. Да. Тут поближе... О! Так, зомбарей здесь нет. Точно надо по сторонам смотреть. От этих зомби, блин. Так, тут у них лагерь, видать, да? Вон там одного вижу. А он меня вроде не видит. Так, вон он. Далековато, очень далековато. Очень далеко. Весь 50 только снял с него, да? Все, одного тоже снял. Просто можно, кстати, в наглую подойти и пострелять его. Все, подох. Так, значит, первый ящик здесь, да? А, вон еще двое, да? Откуда появились? Ну, а смотрите, патроны-то не достают. Убить всех! Убить, собака! Большая аптечка. Так, нафиг. Нам это все в машину надо будет погрузить, да? Понятно. Значит, надо где-то найти машину. Автоматик бы здесь, на самом деле, не помешал бы. Так, что у них тут? Маленький пистолетный патрон. Патроны-то мне уж больше не нужны. Может, тут найдется то, что нам пригодится. Короткий дробовик. 28 уровень требуется.